Радовались, но рано памятника боевому вертолету Ми-24 у Дворца пионеров не будет. Об этом сообщили представители Минстроя Кировской области в соцсетях. Ранее в парке у Дворца пионеров началась работа по установке забора, и кировчане решили, что там готовят площадку для памятника Ми-24. Однако в правительстве пояснили, что якобы многие горожане писали в соцсетях, что вертолет там не нужен, а установка забора – это, как пишет паблик «Строим Киров», самоуправство подрядчика. Им давно сказали отбой, а они все равно поставили. Конец цитаты. Напомню, что памятник планировали посвятить выпускникам закрытого КВАТУ. Сам вертолет привезли в Киров еще 17 декабря прошлого года. Сейчас он разобран и находится на сборном пункте.